Пришел я к приятелю денег взаймы просить. Ни самого нет дома, ни жены нету. Вышел ко мне в залу мальчик, чистенький такой. Вы погодите немножко, папа, мама сейчас придут. А чтоб не скучал я, стал мне мальчик картинки показывать. Ну, а вот это вот что? Волк, говорю. Волк, верно. А вы знаете, волк, он травку не кушает, он овечков кушает. И эдак все картинки объясняет дотошно, но смерть надоела. Петуха раскрыл. А это что? Спрашиваю. Это изба, говорю. Выпучил мой мальчик глаза, обомлел. Погодя, кое-как справился, нашел мне настоящую избу. Ну а это что? А это веник березовый, вот что. Улыбнулся мальчик вежливенько и доказывать стал. Изба зернышки не клюет, а петух клюет. А в петухе жить нельзя, а в избе можно. А у веника дверей нету, а у петуха... Вот что, говорю, милый мальчик, если ты сию минуту не уйдешь, я тебя в окошко выкину. Поглядел мне в глаза мальчик, увидел. Правда, выкину. Заревел, пошел бабушке жаловаться. Вышла бабушка в залу и стала меня корить. И как же вам не совестно-то, молодой человек? За что вы милого мальчика-то? Ведь он вам истинную правду говорит.